Всем привет! Сегодня мы приготовим самый шоколадный десерт. Сегодня мы будем готовить шоколадный брауни. Для его приготовления нам понадобится темный шоколад, мука, яйца, сливочное масло, сахар, соль, разрыхлитель теста, ванилин, какао-порошок, грецкие орехи, немного растительного масла и немного сахарной пудры для посыпки. Приготовление брауни начнем с подготовки продуктов. Грецкие орехи выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. И отправляем их в духовку, разогретую до 160 градусов. Посушим орешки примерно 5-8 минут. Пока сушатся орешки, в глубокой посуде смешиваем муку. Один грамм ванилина, пол чайной ложки соли, чайную ложку разрыхлителя теста, и какао-порошок. Подсушенные орешки перекладываем в пакет и немножечко их измельчаем. Все подготовили, можно приступать к приготовлению теста. Теперь в глубокую посуду перекладываем сливочное масло. И к маслу добавляем ломаный шоколад. Шоколад и сливочное масло устанавливаем на водяную баню и, помешивая, прогреваем все это до полного растворения шоколада и масла. Когда шоколад полностью растворится, снимаем емкость с плиты. В шоколад и масло добавляем сахар и хорошенечко все это перемешиваем. Сахар должен охладить шоколад, жидкость не должна быть сильно горячей. Теперь по одному вмешиваем сюда яйца.
получившуюся массу добавляем столовую ложку растительного масла. Хорошенечко все перемешиваем. Теперь постепенно добавляем все сухие ингредиенты и перемешиваем все это до однородной массы. Тесто готово, можно ставить разогреваться духовку до 170 градусов. Пока разогреется духовка, подготовим брауни к выпеканию. Теперь форму для выпечки застилаем фольгой. Я свой брауни буду выпекать в металлической форме размером 20 на 30 сантиметров. Формочку тщательно промазываем растительным маслом. Тесто перекладываем в форму. Поверхность хорошенечко разравниваем. Сверху брауни посыпаем грецкими орехами. То духовка уже разогрелась. Напомню, что разогревали мы ее до 170 градусов. Отправляем брауни запекаться. Примерное время приготовления брауни 25-30 минут. Точное время приготовления зависит от возможностей вашей духовки. Прошло 25 минут. Именно столько готовился брауни в моей духовке. Проверяем его на готовность. Как проверить брауни на готовность? Он немножечко должен подняться, покрыться сверху корочкой, и корочка должна начать растрескиваться. Не пересушите брауни, внутри он должен остаться влажным. Проверяем. На сухую лучинку небольшие остатки шоколада должны быть на палочке. Теперь даем брауни остыть в течение примерно 1 часа. Через час, когда брауни остынет, достаем его из формочки и освобождаем брауни от фольги.
Нарезаем брауни на кусочки. После каждого реза окунаем нож в стакан с горячей водой и нож протираем полотенцем. Посыпаем брауни сахарной пудрой . Шоколадный брауни готов, можно подавать его к столу. Я надеюсь, что вам понравится брауни, приготовленный по этому рецепту. А у меня на этом все. Всем приятного чаепития и пока-пока! Вот так брауни выглядит на разрезе.